Минске сегодня пройдет юбилейная 50-я сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России. В ней примут участие депутаты парламентского собрания, представители постоянного комитета союзного государства, министерств и ведомств двух стран. Они обсудят результаты работы за 20 лет, а также рассмотрят реализацию приоритетных направлений и задач дальнейшего развития союзного государства. Напомним, первая сессия парламентского собрания Беларуси и России прошла в Смоленске в июне 1996 года. В Беларуси к парламентским выборам запущен специальный информационный ресурс. Здесь будут освещаться важнейшие события избирательной кампании по выборам депутатов. Последние новости избирателям будет сообщать глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты пройдет с 3 июля по 1 августа. На сайте ЦИК для избирателей опубликуют интерактивную карту округов. Итоги выборов в Нижнюю палату парламента подведут не позднее 15 сентября, а сами парламентские выборы по указу президента пройдут 11 сентября. В Беларуси начинаются выпускные баллы. В этом году в стране более 57 тысяч выпускников. По традиции участия в вечерах примут представители законодательной и исполнительной власти, общественных объединений, шествующих организаций. В связи с выпускными усилены меры общественного порядка. В местах проведения торжеств будет дежурить милиция. Кроме того, в стране сегодня запрещена продажа алкоголя.